Салют, друзья, с вами Татар Гейм. Мы продолжаем с вами выживать в Last Island of Survival. Рубрика Топ-дом, но мы начнем немножечко с другого, да? Прошлое видео, где был рейд бот дома, все уверяли, да, типа, снеси первый этаж, и все здание рухнет и так далее. Я решил, естественно, это немножечко опровергнуть, что на самом деле это не так, что первый этаж сносишь и все. Потому что, ребят, помним, да, в прошлом видео, если кто не помнит, можете еще раз посмотреть, была вот эта слева башня и, соответственно, мост. Я решил это все немножечко воспроизвести. И вот, в принципе, мы и ломаем первый этаж. Все стенки. Абсолютно. И посмотрим, что же будет. Как бы, ну, я не полностью, да, воспроизвел весь дом, но все равно, да, сам факт, что мост должен держать тот этаж, где был лут. И смотрим. Мост держит. Поэтому, ребят, это надо было еще всю башню разнести нафиг, да, там первый этаж всей башни. Но не проще ли, да, просто подняться по лесенке? Там было две двери на башне. И плюс еще здесь было две двери. Того, в принципе, да, там ушло у нас, ну, 10 бобовок, короче, можно сказать. С Мипи там просто еще лишнюю одну кинул. Потому что, мне кажется, там деревянная эта дверь, она бы и так бы ушла. Ну вот, в принципе, ребят, для тех, да, кто говорит, типа, что первый этаж нужно снести, и весь дом обвалится. Нет, ребят, это не работает. И как некоторые уверяли, да, я так сам рейдил, типа первый этаж сносил. Ну, нет, ребят, мы видим наглядно. Итак, переходим к нашему домику. Вот таких вот, ребят, он размеров. У нас, короче, немножечко мега здания пошли, да. Вот такой вот у нас, ребят, домик. Но это реально, это крепость-клан. Клан-крепость. Я не знаю, в одного, в двух, ну, нету смысла такую чухню строить, если честно. Опять же, все вокруг в МВК. Ребят, не надо писать, типа, он там дорогой МВК и так далее. Не обязательно его в МВК улучшать весь, да? Мы видим, да, есть центральная часть дома. И есть сама крепость. То есть, что идет у нас по кругу. Вот, видите, держится. Держится в невесомости. Чудесным образом, да? Итак, вот это все, это можно просто в камень, либо в железку. Не обязательно, ребят, в МВК, как у меня. Вот. Не обязательно сделать 4 этажа крепости. Опять же, да, это вариант. Можете его, в принципе, да, как рассматривать на будущее, не знаю. Вот, и пробираемся, естественно, мы через крепость. Чем больше дверей, тем лучше. Естественно, люди будут стараться идти по дверям. Единственный минус, ребят, продумайте, как сделать, чтобы к вам сюда не залетели со стороны. Подумайте насчет этого, как это сделать. А внутренний, да, домик у нас получается вот 3 на 3. Соответственно, в него можно все ныкать. Куда шкаф ставить, ребят, это тоже на ваш, не знаю, куда хотите, в общем. На ваш вкус и цвет. Короче, по дереву я не помню, сколько я затратил. Ну, я думал, больше будет, да, я там что-то, не знаю, наверное, 1070 я потратил дерево на все это. Но, чтобы улучшить в камень, у меня ушло полностью на весь дом и крепость 270 тысяч. Ну, я округляю, ребят. Не до камешка я вам скажу цифру, да? Потому что, во-первых, я его снимал 2 дня назад. Я уже тупо мало что помню. Вот. Камня ушло 270, я просто помню вот эти вот такие вот циферки. 270 камня, железо у нас ушло 170 на этот дом.
Ну и опять же, да, можно, в принципе, вот на все про все, сколько ушло МВК. Можете написать в комментарии, давайте вместе погадаем. Я еще как бы могу в конце видео написать, либо сказать, сколько ушло МВК. Поэтому, ребят, можете... Не, ладно, давайте мы не будем говорить. Я... Ой, упал, да? Упал. Короче, вот там вот с мостом, с этим, да, тоже. То есть у нас есть, да, опять же, напоминаю, у нас есть основная часть, да, то есть это центральный дом. Все остальное это для защиты. Как там, что, куда можно поставить, да, можно турелек понапихать, сколько вам влезет, блин. Тут смотрите сами, также не обязательно его полностью точно таким же строить. Просто, да, сам формат этого дома, да, почему бы и не использовать, да, такой шаблон и попробовать, допустим, кланом построиться. Опять же, ну тут я не знаю, ну на Бладе, наверное, можно такой построить. Ну, 270 камней, если что, имейте в виду. На будущее. На стандарте нету смысла, ребят, такие дома строить. Это вы там, вы просто будете пахать, реально, вы будете просто херачить на этот дом, просто на него работать. Ну и как бы, опять же, я вот не знаю, да, как по поводу защищенности, конечно. Ну просто я, да, я нашел на просторах Ютуба вот такой вариант дома и решил, да, мне просто сама схема понравилась. Думаю, а почему бы и нет, да? Почему бы не попробовать построить? Вот здесь вот, я не знаю, что-нибудь с мостиком придумайте. Я просто убрал, я думал, это будет эпично. Я такой забегаю, ставлю. А она, зараза, из-за дверей не ставится, короче. Надо, чтобы они вовнутрь открывались, либо как-то... Ну, не наружу. То есть они мешать будут. Вот, поставили наконец-таки. Здесь у нас получается четвертый этаж, здесь у нас будет обстрелочная. Опять же, решетки, ребят, я не стал заморачиваться, решетки ставить. И так, да, понятно, что сюда нужны решетки. Также, да, там получается у нас здесь 4 этажа крепость и 6 этажей с копейкой, да, там если с крышей, ну 7 можно посчитать этажей. Сюда напихивать можете все что угодно. Но вот центральную, конечно, башню я бы в МВК всю края это улучшал, да, апал. А так по кругу я фиг его знает, вот эта крепость саму. Можно и оставить ее просто как бы, ну, в камне. Понятное дело, ребят, в камень вам никто долбить не будет, мне кажется. Они будут понимать, что, ну, нет смысла. Что в камнях там вряд ли что-то спрятано. Но хотя, опять же, туда же можно заныкать шкаф. Так, это у нас получается шестой этаж. Тоже такая обстрелочная. Ну, единственный, да, конечно, момент, что, блин, вот эти фурии. Я не знаю, что с этими фуриями делать. Здесь, ну, здесь, конечно, по факту надо ставить какие-то турельки, чтобы их сбивать. Ну и здесь тоже такая, как бы, типа обстрелочной, смотровой площадочки. Давайте, ребят, в общем, погадаем реально, сколько должно уйти МВК на такой дом, на улучшение такого дома. Также, ребят, спасибо всем за подписочки. Спасибо за комментарии. Спасибо, кто подписывается на группу в Дискорде, ВКонтакте. Ребят, вы вообще прям самые лучшие. Кто пишет комментарии, вы тоже, ребятки, вообще отдельная каста зрителей. Огромное вам спасибо за комментарий. Неважно, какой он, все равно приятно, да, там. Даже просто, ребят, в комментарии палец поставить, это уже хорошо. Просто кто лайки ставит, я не особо вижу. Да, кто конкретно, кому понравился мой видосик. Вот, поэтому, если вы ставите лайк, поставьте еще в комментарии тоже лайк.
Ну, либо что-нибудь там напишите, красава, там, сердечко, улыбочку. В общем, все, ребят, на ваше усмотрение. Вот такой вот у нас, короче, был проект домика. Ну, реально, он, это клановая крепость. Единственное, ребята, я еще раз повторюсь, да, тут надо, конечно, продумывать против фурии, потому что это вариант для раста. И я его решил попробовать сюда перенести. Поэтому тут, конечно же, нужно продумывать вот эти все моменты, чтобы антифурия, так называемая. Ну вот, вот такой, короче, у нас интересный домик, ребят, получился. Еще раз спасибо всем за комментарии. Кто не подписан, обязательно, ребят, подписываемся. Переходим в группу Discord. Спасибо за просмотр и пока-пока.